Мы с вами выполнили хвост и теперь переходим к височно-боковым зонам. Наносим стайлинг и зачесываем их по направлению к хвосту. Вторую сторону делаем симметрично. И смотрите, так делать нельзя, так как мы нарушаем с вами гармонию в линиях и пропорциях прически. Смотрим и запоминаем, как красиво распределить линию, чтобы она не резала затылочную зону. Закрепляем невидимками или шпильками. И симметрично выполняем противоположную височно-боковую зону. Смотрите, какое у нас с вами направление. У меня сохранена диагональ, и затылок выполнен очень красиво и лаконично.